Всем здорово, с вами Рокут, я продолжаем играть в Postal 2. Ну, давай же, во, выпускается. Ну, давай же, загружайся. Ты ничего не хочешь? Еще раз. А, не могу вышку вверх поставить. Меня как будто вот этот экран кто-то держит. А, ё-моё. Сейчас, народ, пауза. Так, я снова тут, а? Загружаем. Так, парк. Да, парк. Боже, народ, вы не представляете, что я нашел в Постале. Сейчас я вам покажу, сейчас, я реально вам говорю, это охеренные вещи нашел. Сейчас. Точнее, две, три, четыре, где-то охрененные новые пушки нашел. Я просто лазил по всяким тайничкам, искал всякие новые пушки, ну, короче, патрон зарабатывал. Ну, до ролика все это делал. Ну, давай. Так, это я. Короче, смотрите, в чём прикол, что я нашел. Во-первых, у меня есть такие ножницы, такой топор, вот такие ножницы. Такая херня есть, ну это мы все знаем. Молот я также нашел. Нашел биту бесполезную, она везде вообще валяется. Ну, это мы видели. Короче, да. Также пистолет у меня ничего. Вот, я нашел обрез. Он лежал возле ментовского участника возле кустов. Вот такой автомат я вам уже показывал. Да, вот эту фигню я еще нашел. Так, гранаты, коктейль Молотова и динамиту я тоже, кстати, там где возле обреза нашел. Вот снайперка у меня есть. Также Алла Коровича зачем-то. Все, у меня есть снайперка. Есть базуку я нашел. Вы даже не представляете, где я ее нашел. Я вам даже покажу, где. Если я найду это место, конечно. Мне нужен... сейчас. Так, просто патроны из-под ментовки, я просто мешали. Короче, ментовку я нашел на вот этом здании. А забраться... О, не на этом. Не, подожди, на этом здании. Сейчас. Вот, заходишь, короче, чтобы найти ментовку, надо зайти сюда. Сюда. Ну, это я просто пришел, тут тёлка куда-то, пяу, прямо, сука, нахер ушла. Не, не сюда, короче, нам надо, нам немножко не в эту сторону. Выйдем. Кстати, да, я, кстати, подождите, а мачете? Вот тут мачете есть, кстати. Ещё не забрал ее? Похоже, я забрал. Подожди, мачете. Мачете. Я мачете не забрал? В смысле? Она вон там лежит, а вон она до сих пор лежит. Я сюда забирался. Короче, тут можно как-то забраться. И один раз с первой попытки, помню, забрался. Похоже, просто не сохранился мой процесс забирания. Короче, забираемся. Я не застрял, я все правильно. Нужно залезть на эту лестницу. Вот она, мачете. И тут есть еще такая хрень. Вот. И вот она, мачете. Вот, короче, здесь еще есть прикол. Есть люкан. Вот, сейчас вам покажу. На меня присесть надо. С этой стороны надо как-то его оттолкнуть, что ли. Вот так вот. Забираемся. Здесь есть такая подземочка.
Баба. Да, звук я отключил, потому что он так в роликах громче, чем сама игра. Потом, короче, забираемся. Вот тут у нас есть квест. Да, тайничок, я что-то вот забыл обсуждать, я уже второй раз перезахожу. Да, на автомат у меня до хера патрон. Потом, смотрите, вот так стреляем. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Ну, выходите. Ну, тут, короче, менты должны быть. Это банк. Это вход в банк. Если вам интересно. Ну, ладно. Короче, там вход в банк, там ничего с интересного не интересного. Если кому интересно. А, вон они открыли двери. Говно, откройся дверь. Вот собаки. Я сказать, мое любимое оружие это вот это. Сейчас покажу. Вот, блядь, я его пропустил. Сейчас. Не вот это, не вот это, не вот это. Вот это имба имбущих имбов. Оно раз и все, и нет врага. Так, давайте с ноги двери открываю. Вот, короче, чтобы, короче, найти вот эту хрень, которую я вам говорил, снайперку, тут, в принципе, а ее там в разные места выкинули. Я как бы ее тут нашел, то есть я прошел сюда, потом, короче, прыгнул найти кабеля, кабель, ну, вы поняли. И, короче, прошел до конца ее на ту крышу. Сейчас, я даже вам покажу, что так можно сделать. Тут надо аккуратнее, бо я два раза падал. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну и, короче, забраться. И там будет снайперка. Дальше. Блин, мне сейчас нужно домой пойти. Ну, я так дома. Я имею в виду в игре. Вот это карта, 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 карта. Вот, я возле банка. Я сказал же. А, вот, голосование уже прошел. А, дом, это мне надо. А, короче, через этот путь пройти. Кладбище, церковь. Вот, супермаркет. Блять, супермаркет с этим Гариком Холманом шел нахер. Так, ладно. Не, не в супермаркете. Там, короче, возле дома, знаете, есть такой домик. Да, все остальное говоришь. Короче, там есть же супермаркет, типа подземка, короче, вот там. Я сейчас просто я покажу, где находится, я снова туда не пойду, дам. Я туда пойду, вам покажу, что там да как. Ну, давай, загружайся. Да, если вы загружались быстрее, я вам все сказал. А, это зарегистрировано. Короче, помню, где я сейчас нахожусь вообще. А, ну, в принципе, здесь вообще карта маленькая. Вверх. Так, это библиотека горячая. До сих пор, кстати, библиотека говорит. Что самое интересное. Что это было? А, сердце. Да, кстати, сердце будет. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Мне нужен этот магазинчик. Вот так, это игровой автомат. Это не то, что мне надо. Это игровой автомат, это... Что же? Это прачечная... Какие-то магазины еще находился. Счастливый... Да я уже сам не помню, на роде эта херня находится. Вы поняли, что я за магазин имею в виду? Вот в начале, где... Нам молоко надо было купить. А, кстати, я знаете, что узнал? Что топором можно убивать это двери разрушать. Прикольно. Сука, плачь. На свидание. А, они.
Так, народ, вот он, магазинчик. Что-то я. Так, идем. Чё вы тут? Так, короче, мне надо сюда пройти. Сюда, сюда. Вот дверь. Ну, вы все знаете. Короче, вот она, это яма. Давай, прыжок. Больно. Угу. Откуриваем. Да, тут такая труба. Тут, кстати, такая музыка жуткая, но я не буду ее включать. Ну, вы сами. Так, короче, идем сюда. Идем сюда. Я просто покажу, где базука находилась. Прыжок вниз. Сюда. И тебя смотрите. Где они? А, вот это, короче, кучки, это вроде они есть. Вроде. Где они? Тут, короче, должны быть горящие собаки. Странно, что их нету. Что-то подозрительно. Ладно. Сейчас. Короче, вот тут я нашел эту го... Что фигня? Началось. Началось. На втором... Вот, короче, не знаю, что за кучки, еще не помню. Вот, короче, да, я сюда и шел. Ба-ба-ба. Нет. Вот тут лежит, да, дубинка, вот тут базука лежала. Там патроны, там были гранаты еще. Странно, тут, короче, и первый раз собаки были горячие, я вам слово даю. Я, хотя, как я могу обманывать, я даже сказал, где эта фигня находится. Это выход через, возле библиотеки на кустах. Видите, это кусты, и там библиотека рядом. Это выход, если вам интересно. Бабах! Хорошее оружие, простите. Все. Все, я вроде все сказал. Ладно. Что происходит? Сейчас. Ну. Эти записи у меня так как всегда. Играет свою жизнь, говорится. После ли у меня больше всех проблем, чем в остальных вообще этих играх? Ай, я мой. Дайте поиграть. Ладно. Так, ладно. Так, ладно, где эта фигня? Вот они. Где моя карта? А куда нам вообще надо? А, ё... А, я же вам хотел самое интересное показать, точно. Что я забыл, самое главное. Все хотел, но и думал, что хотел показать. А вот что я вспомнил. Может, кстати, самое имбовое оружие. Все, нет башки. Я его секирес называю. Он появился. Так, я тут, так. Так, мне надо... мой дом. Сейчас. Я уже сам не понял. А, вот здесь мой дом. Кстати, вот мой дом. И теперь я покажу вам здесь что. Вот что я вам хочу показать. Вторая труба. Это, точнее, первая. Вот та была вторая. Потому что я вот это впервые нашел. И это, кстати, фигня вроде ведет в... Ой, на кладбище еще куда-то там. Я, конечно, ее не проверял, но я знаю, что он здесь. Я хотел для ролика это все специально оставить. Ау, больно.
Интересно, что есть? А, лисица. Видишь, написано Кладбище Форест и какая-то китайская... Ай, труба. Погнали. Интересно прям. Там что-то было? Там что упало? Что это? А, это человек, фу, ё-моё. Во, я куда-то попал. Достижение открыто, Гота плей... А, вы кто такие? Я сюда просто ни разу не заходил. Чеченцы, что ли? Ебать, интересно, нихуя. Что-то... А! Да, это дети. Хая-хая! Я их буду так... Где у меня автомат был? Нет. Да, это они вроде. Ахаля-махаляй. Прикиньте, я нашел секреточку. Тут сохранимся. Я знаю, как это... Вообще... О, в принципе, а я, кстати, по карте смогу. Давай. О, есть, убил. Где мои ножницы? Да типа сколько вас тут? А? А, да, еще тёлки же есть. Да ебать вас тут. А? Женичан без Оскара, да. Давай. Да пошла ты. Говно, блин, опять эта запись. Ладно, всем пока.